Короче, друзья, возможно, это последний день существования трицикла. Сейчас мы его сбросим вот с этого обрыва. Ну а потом вон тем агрегатом будем пробовать вытаскивать. Просто мы снимаем ролик на мой второй канал развлекательный. Нужен такой, так сказать, кадр. Короче, еще одеваем фуражку и погнали. Мы не думали, что тут так глубоко. Привязали трос, а он весь в воде, короче, полностью. Задняя часть затоплена. Трос лежал в этом, в багажнике. Что думаете, ребят, запустится он после такого? Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Также подписывайтесь на мой второй канал, ссылка будет в определенном комментарии.